Привет, друзья! Сегодня в Охотник.нет у нас наушники фирмы The Tactical Contact 2 и Sardin. Как вы можете видеть, эти наушники практически точная копия наушников Peltor Contact 2 и наушников от шведской фирмы MSA Sardin. У нас представлены две модели. Это модель с гарнитурой для подключения рации и модель без гарнитуры. Все наушники имеют систему активного шумоподавления, отличаются в принципе только внешним видом. Здесь мы можем рассмотреть разницу в батарейных отсеках. У модели Contact 2 батарейный отсек полностью скопирован с американского аналога. Очень плотно закрываются крышечки, что не позволяет влаге, пыли и грязи попадать в батарейный отсек. То есть эти наушники вы можете использовать как при сильном снеге, дожде, ветре и так далее в неблагоприятных погодных условиях. А гарнитура наушников закреплена на таком подвижном шарнире. Сам микрофон влагой и пылью защищен, то есть он защищен также от ветра. Когда вы говорите, не будет помехов. И человек, который слушает вас по рации, он будет слышать чистый звук, без заветриваний и изменений сигнала. Данные наушники по версии магазина Охотник.нет являются самыми оптимальными, если выбирать по критериям цена и качество. То есть отличное шумоподавление плюс гарнитура. Наушники, скажем, других фирм с гарнитурой стоят гораздо дороже, и не факт, что они намного лучше. Теперь о подключении к рации. Для того, чтобы вы могли подключить эти наушники к рации, используются специальные кнопки-переходники, так называемые PTT кнопки. То есть вот данная, например, кнопка, это точная копия кнопки Peltor американской. И обычная кнопка. Она не отличается какими-то определенными внешними характеристиками. Вот. В принципе, она абсолютно такая же, только у нее защелка меньше. И стоит она немного дешевле. Переходник у данной кнопки подходит для радиостанции Kenwood. Также вы можете заказать отдельно у нас под какие-то определенные другие радиостанции. То есть, будь то Motorola или что-то другое. Но в основном у нас покупают Kenwood, потому что это самые популярные радиостанции на территории России на данный момент. Кнопка подключается несложно. У наушников с гарнитурой мы можем увидеть вот такой провод, который вставляется в кнопку. Он достаточно плотно вставляется, и при каких-то физическом воздействии он не вытащится сам по себе. И провод, который идет непосредственно от кнопки, он подключается к радиостанции. Ничего сложного. При нажатии этой кнопки вы посылаете сигнал в микрофон, при отпускании она отключается. Собственно, как при пользовании обычной рации. Наушники достаточно удобные на голове, дужка плотно сжимает голову, но не пережимает. То есть оптимальный вариант можно носить в шапке, в кепке или на голую голову. Микрофон тоже, как удобно, вы можете регулировать, непосредственно прислоняя ко рту или отдаляя от него, в зависимости от того, тихо вы будете говорить или громко. Вот можете посмотреть, как они выглядят сбоку. Кнопки усиления или ослабления сигнала находятся сбоку. Тише или громче. Чтобы включить именно данную модель, вы должны зажать одновременно две кнопки и подержать их. Вы услышите писк в ушах, это значит, что наушники включились. А после этого вы уже можете регулировать сильнее или слабее сигнал. Покупайте активные наушники в интернет-магазине охотника.нет.